Горогоров, вот вопрос как раз, как мы работаем вместе в десятке, чтобы поднять шхину из праха? Вот что это за работа? Мы должны соединиться друг с другом. И то самое маленькое желание, которое есть у каждого из нас в объединении друг с другом, это желание мы должны поднять наверх. И таким образом мы раскроем и познаем шхину. А что значит, что это маленькое желание, вот, которое есть у каждого товарища, мы поднимаем наверх? Мы ценим его больше всего остального. То есть это практическая работа, как вот, например, на встрече сделать так? Десятки. Мы должны соединиться друг с другом. Объединиться нам. И после того, как наши желания будут соединены, поднять их наверх, к Творцу. Так что мы нашими желаниями хотим отдавать Творцу, почувствовать его. Мы хотим видеть, как мы приближаемся к нему. Ну вот каббалисты, когда собираются, вот они могут собраться и поднять вот это желание шхину из праха, вот прям сделать это как практическое упражнение? Да. Да.